Осторожно. Егор, помогай. Есть несколько видов вопросов. Провокационный, подсказывающий виды вопросов. Еще четвертый, но я его забываю. На У как-то. На У? Чего еще раз, Егор? Айсель вспоминает слова своей мамы. Да, сказала, что одеть старые штаны, потому что эти заговнячишь с первую секунду. Ну не первую же секунду. Молодец. Правильно воспитывает. Зайка у меня вот молодец. Ладно, она вот стирается, я знаю. Конечно, мама справится. Мама справится. Машинка справится. Машинку-то мама будет кидать. Не, он нормальный. Вот падай, синовик. Если очень разогнаться, можно напрямик и срезать. Там глубоко будет. Пошлите. Я потону. Ну ладно, мы тогда пойдем. Ну спасибо. Пожалуйста. Моя мама, когда делает брови, у нее брови после этого становятся как у Коля. Еще одну тренировку пропустишь, я маме вот это скину в WhatsApp. Понял? У моей мамы брови как у Брежнева. Зайка, там камень, вон там, осторожно. Ура! Посмотрите на Егора. Да Егор там жестко дентит.